В Владивостоке отправились во взрослую жизнь воспитанники филиала Нахимовского училища. Спасибо всем за веру в нас и за то, что научили нас верить в свои силы. Отдельная благодарность руководству училища, лично начальнику контр-адмиралу Баракову Владимиру Васильевичу. Вы открыли нам дверь любимого училища и сделали все, чтобы нам здесь было максимально комфортно. Губернатор Олег Кожемяка выступил с речью перед выпускниками и принял участие в торжественной церемонии вручения аттестатов. Быть офицером военно-морских сил достойно и престижно. Осваивать новые современные надводные и подводные корабли. Участвовать в боевых походах. Носить форму морского офицера и кортик – это мечта каждого мальчишки. Вы в этой мечте сделали первый шаг и прошли его достойно. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в службе. С тем, чтобы слова Павла Степановича Нахимова, что у моряка нет трудного и легкого пути, есть один путь славный, были главным девизом вашей жизни. Праздничное мероприятие завершилось прощанием выпускников со знаменем училища и прохождением торжественным маршем. Анна Дьякова, новости на Восьмом.